И, ребята, серия нашего троллинга продолжается. Сейчас мы будем выигрывать карту именно благодаря троллингу. Да! Мне никогда не получится это говорить. Теперь закупим очень много пушинок, чтобы поиздеваться над ними. Так, я купил 6 постельных клопов. Ребята, со мной не ходите, пожалуйста. Не будьте глупыми. Вот не смешно, если я упаду. Дом меня не заметит. Конечно. Ты думаешь, в невидимую цель можно попасть? Да. Да что за хрень? Кто пути эти сломал? Дебилы вы вонючие! Твари тупые! Кто эти пути сломал? Тупые! Тупые! А подожди, кто им положил? Почему больше в общий сундук никто ничего не кладет? Я его по IP вычислю, я вам говорю, я приеду. Какой даун это сделал? О, там как раз изумруды заспавнились. А как я до базы добегу? Они на зеленую вроде перебираются. У меня 2 клопика. Я куплю себе дырпеды. Я хочу над ними издеваться. Подожди, а где они находятся? Ага, так, на зеленую базу один будет. На ним будем издеваться. Да боже, как меня бесит этот даун. Спрашиваю, блин. А на желтой базе есть? Желтый. Я почти скинул. Где? А, я иду за челиком. Я интерпелом промахнулась. Да блин, серьезно, он просто от меня убежал. Там кого-то закинули. А как они так играют? Меня. Наш тиммейт, у меня будет 5 изумрудов. Наш тиммейт упал. Миша, Миша, Миша. А чё? А чё? А чё? А чё? Мачо? Да меня бесит они со своими фаерболами уже. Да хватит со своими боусфамингами! Надоели! Меня наш тиммейт бесит. У меня без боусфамера. И меня кто-то пытается стрельнуть. Спупки скейри скелетон. Да хватит фаерболить! Я к ним сейчас с инвизом пойду. Я видел, я видел. Я тебя вижу. Я чувствую свою доминацию. Где он? Я убил одного! Роберт Бэйда. Так, еще одного. Мне засчитали. Смотри, что я написала. Ты кому? Я тебе говорю, смотри, что я написала. Да я вижу. А ты это кому адресовала? Вэй. Вот это Бэйда. Так, напиши его ник.
Вот он не понял. Я бы не понял. Мы пойдем над ним издеваться? Так, все, скажите спасибо мне, что я к нему с визом пропал. Вот и купить трекер. А я бедный. А, вон все, я его вижу. Где он? На зеленой базе. Так, я покупаю зелень невидимости и сейчас с нему на эндерпеле телепортнусь. Мне тоже есть эндерпель. Все, мы вин. Мы вин. Он упал. Здесь сколько нам гильдии? 23 тысячи опыта гильдии. Офигеть. Георгий, я не слушатель. А я на драконе. Я не слушатель. Ну вот, ребята, вот такой мы для вас записали летсплей. Надеюсь, вам понравилось. И, ребята, всем пока!